Сегодня у нас очень интересная ситуация. У нас рубец на грудной клетке. Откуда он у нас взялся? Уколон. В баню сходила я один раз со сколончиком в баню. Этого было достаточно. Понятно. Всем внимание. С уколоном в баню не ходим. Сегодня мы его перекроем. Смотрите далее. Перекрытие рубца. Был он у нас белый, теперь у нас натурального цвета, цвета тела. Использовали 3 оттенка камуфляжного пигмента для того, чтобы добиться натурального результата. В принципе, полностью скрылся рубец. Ждем хороший большой остаток. Как только заживет работа, я вам обязательно покажу. Больно было? Нет. Все. Приятно просто. Вот. Приходите на консультацию. Если есть вопросы, пишите их под этим видео. Пока.